дети читают стихи. Сидякина Елизавета, 10 лет. Эдуард Осадов, стихи о рыжей дворнике. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. Прощай, брат, хоть жаль, не скрою, но все же тебя я покину. Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагон-экспресс. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиной следили два карие глаза с почти человечьей тоской. Старик вокзального входа сказал, что оставлен бедняга. Эх, был бы хорошей породы, а то ведь простая дворняга. Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи. На месте, как выкв, топтался и ринулся в небо хоть ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут видно о рыжей дворняге, не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то по шпалам из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь, споткнувшись, кидается снова. В кровь лапы, а камни разбиты, что выпрыгнуть сердце готово. Наружу, из пасти раскрытой, не видал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело. И стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волн снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы, ведь, может быть, тело